Ночь предопределения – это благословенная ночь, которую Всевышний Аллах возвысил над всеми остальными ночами в году. Всевышний оказал великую милость мусульманам, поведав им о том, что она наступает в месяце Рамадан и приходится на одну из 10 последних ночей этого месяца. Всевышний Аллах также сказал: «Воистину мы ниспослали его, Коран, в ночь предопределения или величия. Откуда мог знать ты, что такое ночь предопределения? Ночь предопределения лучше тысячи месяцев. В эту ночь ангелы и дух Джибриль нисходят с дозволения их Господа по всем его повелениям. Она благополучна вплоть до наступления зари». Всевышний сообщил, что ночь предопределения лучше тысячи месяцев. Это означает, что она превосходит тысячи месяцев по своему величию и по той награде, которую получает верующий, поклоняющийся Аллаху этой ночью. Поэтому тот, кто проводит эту ночь в поклонении с верой в Аллаха и надеждой на вознаграждение, заслуживает прощения прошлых грехов. Господь отметил, что ночь предопределения длится вплоть до наступления зари. Это указывает на то, что верующие должны поспешить совершить как можно больше праведных деяний до наступления времени рассветного намаза. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Кто выстаивал ночь предопределения с верой и надеждой на вознаграждение Аллаха, тому будут прощены совершенные им ранее грехи». Это значит, что верующий должен этой ночью выстаивать намазы всей душой, устремляясь к Аллаху и надеясь на обещанное им вознаграждение. При этом не имеет значения, знает человек о том, что поклоняется в ночь предопределения или нет, так как пророк, алейхиссаляту вассалям, ничего не говорил о таком условии. Наиболее вероятно, что она находится среди нечетных ночей последней декады Рамадана. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Ищите ночь предопределения среди нечетных ночей последней декады Рамадана». Мусульмане должны не упускать возможность приблизиться к своему Господу в ночь предопределения. Такой шанс предоставляется человеку только раз в году, и может быть усердие, проявленное в ту ночь, когда записывается судьба каждого потомка Адама, поможет человеку уберечься от зла и заслужить милость Господа в наступающем году. Если же человек пропускает эту ночь или же проводит ее в грехах и ослушании, то он должен упрекать только себя самого. Поистине, его грехи удержали его от великого блага и лишили его большого вознаграждения.